Так, это Свислочь. Евроопция, магазин. Мороженое и лимонады куплю. Мороженое есть, да, класс. Добрый день. А там? А, там. А пить нету? Самое, что в холодильнике. Вот еще, вон есть там что-то в холодильнике. Слушайте, а там, где у вас мороженое? Что-то есть? Где? А, ой, извините. Я там. Ой, все такие большие. А какое это у вас тут? Ой, извините. Вот. А самостоятельно, извините, что занято, я вас отвлекаю. Вот это все, что у вас есть, да, здесь? Да. А это вот... Вот само с чем оно, такое мороженое? Белое, я говорю, обычный пломбир. А, обычно белое, да. Ну, дайте. И вот это вот пить. Вы извините, что я такой... А, это сюда входит. Или 17. Ой, хорошо, когда жарко, мороженое. Надо одно красивый магазин. Маленький такой, но... Хорошенький магазинчик. Забирайте карту. Да. Все, спасибо. Пожалуйста. В холодильнике лимонада нет. На полке такой тепленький, но охлажду дома в холодильнике Осиповичах. Вот Свислочь. Следующий, если прямо ехать, Елизова деревня, там где стеклозавод. Банки разное стекло делали. Бутылки стеклянные для молока когда-то. Ой, как-то мне мороженое открыть. Что тут мороженое? Как открыть вам? Что это делают советские люди мороженое? Я такой специалист. О, открылось. Открылось мороженое. Не знаю, сколько стоит. Замороженное, но белое вроде.
эти поэти. Хотя планировал, если правильно ехал, ну, заехать и отснять Елизово с Сергея, но уже некогда. Хочу на пляж успеть. До сих пор еще 26 километров. Здесь интернат есть. Детский садик. Когда-то снимали в детском садике. В интернате не помню уже. Вроде не снимали, потому что Елизово школа, дорога большая. Вот здесь интернат. И вон дети какие-то, много детей. Когда-то я здесь со своей собачкой сзади, вот уже до этого места километров больше 10 прошел пешком. И вот отсюда до Сипович, то есть 26 километров, собачки шли пешком. Я ее нес на плечах, где какая была колодец, озеро, я ее или купал, или обливал водой. Все.